Всем добрый день, меня зовут Скопцов Денис. Я являюсь маркетинг-менеджером по артроскопии в компании Carl Storz. В этом видео я покажу основные принципы работы артроскопической помпы и артроскопического шейвера, объясню, как их подключать между собой и какие настройки у них бывают. Для работы в артроскопии нам понадобится артроскопический блок Unidrive S3 Artro и артроскопическая рукоятка Drill Cut X. Для работы артроскопической помпы нам понадобится, собственно, сама помпа Artro Pump Power, педаль к ней четырехклавишная и коммутационный кабель для соединения шейвера и помпы. На передней панели у нас располагаются кнопки включения-выключения, сенсорная панель, ролики для подключения артроскопических трубок и специальная мембрана для измерения давления. На экране артроскопической помпы можно управлять давлением, потоком. Видна индикация клавиш педали, кнопка работы включения-выключения. Настройка индикации опустошения пакета с физраствором, включение-выключение сигнала тревоги, переход в режимы работы. В режимах работы он выдает последний включенный режим. У нас стоит в данном случае ПКС. Также есть плечевой сустав в положении лежа на боку, в положении полусидячем пляжного кресла, артроскопия коленного сустава ЗКС, тазобедренный сустав, малые суставы, режим однопоточной подачи single flow, когда у нас используется только одна трубка, и режим для позвоночника. В меню настроек мы можем выбрать настройки давления потока. Здесь мы можем подавать как давление в обычном режиме изменять, так и в режиме гемостаза, в режиме лаважа. И можем изменять поток для аспирации. В расширенных настройках мы можем менять продолжительность гемостаза, на данный момент это 60 секунд, размер пакета, режим, в котором мы работаем, однопоточный или двухпоточный, включение монитора подачи жидкости, который контролирует опустошение потока, и можно также включить дневной набор, это для специальных трубок, которые состоят из двух частей. В установках устройства мы можем менять язык, громкость индикации, яркость экрана, громкость сигнала нажатия клавиш и дату и время. В пункте управления процедурами вы можете создавать свою новую процедуру или же режим работы помпы. В конфигурациях устройства здесь указан серийный номер. В системном журнале здесь указана необходимая информация о том, когда помпа пользовалась. Служебные программы необходимы для сервиса. На задней панели у нас располагается специальный разъем для питания. Два разъема для подключения к общей стойке Carl Storz. Разъем для подключения педали. И разъем для соединения шейвера вместе с помпой. Для того, чтобы подключить педаль к артроскопической помпе, необходимо вставить этот разъем в специальное гнездо, где нарисована клавиша. На передней панели шейверного блока располагается кнопка включения-выключения, сенсорный экран, специальный разъем для подключения мультифункциональной рукоятки, она же дрель, специальный разъем для подключения шейверной рукоятки, разъем для специальной педали артроскопического блока шейверного и разъем для четырехклавишной педали.
На экране шейверного блока вы можете увидеть индикацию скорости вращения шейверной рукоятки, режимы работы шейвера, индикацию включения или выключения с педали, отключение режима работы шейверной рукоятки, и настройки. В настройках вы можете увидеть информацию о приборе, смену языка, сообщение о неисправностях, изменение даты и времени и специальный пункт для сервиса. На задней панели шейверного блока у нас располагается разъем специальный для питания и два разъема для подключения к стойке. Шейверная рукоятка подключается в специальный разъем на передней панели шейверного блока. Для того, чтобы соединить между собой артроскопический шейверный блок и артропомпу, нам понадобится специальный кабель. Вставляем в гнездо для педали на самом шейверном блоке и вставляем на задней поверхности артроскопической помпы в гнездо, на котором нарисован также шейвер. Для включения шейверного блока и артроскопической помпы нужно нажать на кнопки включения. На этом кадре вы можете видеть подключенный артроскопический шейверный блок к артроскопической помпе. Все собрано и готово к работе. Есть два принципа работы шейверной рукояткой. Первое – это мануальное, когда мы включаем все через кнопки, находящиеся на самой шейверной рукоятке, и с педали. Для того, чтобы включить режим осцилляции, необходимо нажать на нижнюю кнопку по центру. Для того, чтобы перейти в режим вращения по часовой стрелке или против часовой стрелки, необходимо нажать на левую верхнюю кнопку. Для того, чтобы сменить режим на вращение против часовой стрелки, необходимо нажать на нее же. Для того, чтобы вернуться в режим осцилляции, необходимо нажать правую верхнюю кнопку. При работе с педалью для включения режима работы по часовой стрелке необходимо нажать на левую белую педаль. Для того, чтобы перейти на режим вращения против часовой стрелки, необходимо нажать правую белую педаль. Для перехода в режим осцилляции необходимо нажимать одновременно две педали. Для изменения скорости вращения рукоятки необходимо выбрать нужное число оборотов в минуту, увеличивая или уменьшая. Также можно менять режим работы рукояткой, переключая необходимый режим на сенсорном экране. Скорость вращения рукоятки можно менять также непосредственно кнопками, находящимися на рукоятке. Например, в режиме осцилляции верхними кнопками мы можем менять в большую сторону скорость или в меньшую. Для работы в двухпоточном режиме помпы нам понадобится два типа трубок. Синие трубки для ирригации, красные трубки для аспирации. Трубки являются одноразовыми и стерильными. Артроскопическая трубка для ирригации состоит из трех частей. Один конец подключается к тубусу, другой конец нестерильной сестрой подключается к физраствору, и средняя часть подключается к артроскопической помпе. Трубка для аспирации состоит из четырех частей. Два стерильных конца для подключения к шейверу и к тубусу. Один конец, который забирает нестерильная сестра в емкость для сбора жидкости. И часть для подключения к артроскопической помпе.
Перед подключением трубок к артроскопической помпе нам нужно выбрать режим работы помпы. Если нам нужен режим однопоточной работы, тогда мы используем только синюю трубку. Если нам нужен режим двухпоточной работы, тогда мы выбираем две трубки. В данном случае я выбираю режим двухпоточной ПКС. На сенсорном экране загораются индикаторы, в какой последовательности нам нужно подключить трубки к роликам. Ролики уже открыты, и мы подключаем сперва трубку для ирригации. Необходимо как можно глубже засунуть в роликовый блок силиконовую вставку синюю и закрыть блок. Далее одевается колпачок. Такая же процедура проделывается и с трубкой для аспирации. Трубки необходимо провести через специальный удерживающий кронштейн. После того, как заправлены все трубки, помпу можно включать. На педали для артроскопической помпы существуют две функции. Синяя клавиша отвечает за функцию лаваж или же принудительной ирригации. Красная клавиша отвечает за режим гемостаза. Это кратковременное повышение внутрисуставного давления с целью купирования кровотечения. На шейверной рукоятке есть специальный клапан для аспирации. От себя клапан открыт, на себя клапан закрыт. Помимо этого, для мойки здесь есть специальный разъединитель для того, чтобы можно было вымывать внутреннюю поверхность шейверной рукоятки. Для того, чтобы присоединить шейверное лезвие, необходимо отжать специально фиксирующее кольцо, вставить шейверное лезвие до упора и щелчка. Подключение трубок к тубусу. Синяя трубка – трубка ирригации. Красная трубка – трубка аспирации. Белая трубка аспирации подключается к шейверу.